Печка-паровоз, сделанная для человека, который всю жизнь отработал на железной дороге и ушел на пенсию. ШАИ – это инициалы, 3045 локомотив, с которым он работал. Заказчик живет в частном доме, печка будет стоять в летней кухне, поэтому такой вот функционал у меня есть. Что-то можно разогреть, куда пищу, что-то пожарить. Такое желание было заказчика. В нерабочем состоянии такая звезда есть. В рабочем состоянии она снимается. Ну и обычная топка здесь будет.